Когда хочется чего-то вкусненького, выручает этот рецепт. Куриное филе или колбаску, ветчину нарезаю вот на такие полосочки. Еще мне понадобятся любые овощи. У меня были томаты, нарезаю их на дольки. А огурец нарежу брусочками. В миску разбиваю 2 яйца и смешиваю до однородности. Как на омлет, только без молока. На разогретую сковороду вливаю небольшое количество яичной массы и распределяю по всей поверхности. На яичный омлет выкладываю лепешку и придавливаю. Яичный блинчик переворачиваю и смазываю его чем-нибудь вкусным. У меня это сыр сиртаки. На один край выкладываю огурцы, точнее всю начинку, курочку, томаты, и начинаю заворачивать. Шов обжариваю пару минут, чтобы он схватился, а затем выкладываю его на тарелку. Точно так же поступаю и дальше. Из 2 яиц у меня получилось 3 вот таких ролла. Они готовятся, ну буквально я потратил по времени 15 минут на все, начиная с подготовки всех продуктов. У вас, скорее всего, даже уйдет быстрее все.